Привет, мои хорошие, привет, мои любимые, все, кто меня смотрит, моя интернет-семья. Сегодня хочу показать вам, как я складываю футболки для сына. Ну, в считанные секунды. Итак, девчоночки, как же сложить футболку за несколько секунд? Ну, во-первых, разложите ее ровненько на какой-нибудь поверхности, вот так вот. Например, на гладильную доску, чтобы у вас получилось именно лицевой стороной сюда. И вот здесь вот, чтобы немножечко свисало. Вот. Или можно на полу. Дальше. От плечиков, вот здесь примерно, сантиметра полтора-два, сделайте защип вот такой. И вот так вот до серединки доведите. До серединки рисунка. Дальше через руку до конца. Взяли до конца. И теперь выворачиваю вот так. Встряхиваем. Кладем на лицо. И складываем вот так. Дальше у нас, если здесь выходит рукавчик, мы его аккуратно раскладываем. Закрываем. Все. Вот таким вот образом. Дальше вы можете так сложить. И будет у вас точно как в магазине. Ровненько, аккуратненько и без всяких проблем. Посмотрите. Посмотрите, без всяких проблем. Теперь, что я делаю дальше? Дальше, девчонки, я беру, складываю еще раз. Вот так я складываю. И вставляю в специальный контейнер для маек, который я готовлю сыну на неделю. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вставлю. Так будет очень удобно. Она не будет мяться, она будет всегда ровненькая, красивенькая и аккуратненькая. Что ему останется делать? Ему только нужно будет вытащить, одеть, все. А потом прийти и бросить ее в стиральную машинку. Вот у меня такой контейнер, где я храню все футболки сына, которые он будет одевать на неделю. Вот видите, вот эти футболки он будет одевать на целую неделю, девчонки. Видите? Я их стараюсь также по цветам, и я советую с ним. Я его спрашиваю, что ты будешь на этой неделе одевать? Он говорит там светлую такую, такую, там вот такую хаус, там вот такую пуму, такую хельфигер, вот эту красненькую, обыкновенную, Армани серую. Все. Вот мы с ним разбираемся, я это все дело ему упаковываю, и ему остается лишь только вытаскивать, одевать эти. Все. Вот такая у нас организация. Вот этот у него в ящичке вот так вот задвигается и выдвигается без каких-либо проблем.